пятка вот здесь. И вот здесь пятка. Ну, это пятки вы делаете. 5000. Подтягивает, да, да. А мы будем вообще уходить или вставать? Не знаю. А потом я выхожу первая. Через три шаха. Без остановки. А мастер? А мастер? Елена Добрынина. Вашему вниманию представляются вязаные жилеты из 100% шерсти, производство Эстонии, ручная работа. Жилеты связаны беспрерывным способом, изделие не имеет шмов, благодаря чему диагональные линии рисунка плавно перетекают по всей модели и нигде не прерываются. Диагональ традиционно символизирует поток энергии, экспрессию и стремление к движению. Как известно, жизнь – это беспрерывное движение, и она, безусловно, прекрасна. Я хочу обратить ваше внимание, что Елена Добрынина также выполняет головные уборы самостоятельно, то есть можно приобрести не только жилет или кардиган, но полностью целый комплект, чтобы чувствовать себя уютно и тепло. По поводу своей фигуры в вязаных вещах, обратите, пожалуйста, внимание на то, как Елена очень удачно сочетает линии, которые идут строго по диагонали. И не только по диагонали, а также сверху вниз, делая вашу фигуру еще более эстетически прекрасной. Также внимание, как удачно данные кардиганы вписываются в любой гардероб женщины самых разных возрастов, комплекций и типов фигур. Жилеты и кардиганы. Все изделия в единственном экземпляре. Спасибо большое, девушки. А мы приглашаем дизайнера
Смотрю на Елену, вполне могла стать нашей моделью, да. Елена Добрынина, в центр, пожалуйста, вставайте, не надо там стоять, где-то сбоку, вставайте в центр. Елена, я так понимаю, тоже в каком-то своем очень интересном, красивом изделии, наверное, это шарф, да? Пожалуйста, пройдитесь, покажите, чтобы вас сфотографировали.